Хорошо, сейчас делаем так. Берем отсюда, делаем бросок через бедро, и рука это со шеи идет, и через нее кувырок. То есть бросок через бедро с кувырком. Поднять надо сначала через грудь. Так. Ну вот смотри, посмотри, как у Миши он летит. Вот так и должен чучело, вот так и должен лететь. Вот. И только по 5 раз делаем. И так еще. А мы не спешили, вот и дальше будет аккуратно. Кристиан, ты тоже будет ставить. Миша, рано падаешь. Брось, а потом кувырок сделай. То же самое, Андрей, не подпрыгиваешь. Кувырок входит, а потом кувырок Каталин перевернет. Эй, Миша! Куда ты падаешь? Брось сначала! Так, смотри, иди сюда, ты. А тут почему ты все время лежишь? Ну, ты видел, чтобы я лежал? Нет, ну, должно быть уважение. Значит, еще раз, посмотрите, что делаем? Поднимаем ручку, да? Это рука здесь, вот посмотрите движение. Раз, идите, два. Раз, поворачивай, рука вверху, таз. Оп, оп. И держим хорошо руку. Ой, блин. Пацаны, нет, ты сможешь сесть, но ты смотри. Еще раз. Посмотрите, немножко чуть шире. Посмотрите, я поднял. Дальше. Рука и прижимаю к себе. То есть, если я возьму здесь, я его не прижму и не брошу. Вот под мышку. Нет, посмотри. Раз. Смотрю наверх, иду, вращаюсь. Все, дальше я не могу пойти. Что я делаю? Рука туда же, голова туда же. Таз. Ставлю, видите, таз. Оп. Ножки выпрямил, все, и отсюда сбросил. Пошли, по 3 броска, 3, 1, 3, другой. Итак, по 30 бросков. Пожалуйста. Вот, сейчас умница, сейчас красиво. Опустил, значит, его вниз сюда. Сюда и вращайся. Так, последнее замечание. Я отдам им, они будут вас бросать и бросать. Его уже делать не будет. Подбираться
откажусь. Отдам первое замечание. Так. Артур, встань чуть-чуть сюда. Вот так, да. Саш, еще раз. Ты за счет наклона делаешь. Иди, 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 присядь и подними. Вот еще одна голос. Так и приседай.